5 минут еще играть. В основное время. Тут уже, возможно, овертайм. Алты Барматян подхватывает шайбу. Передача гол. Здорово опять. Вот я говорил, химии нет. Как же нет? А это что? Алты Барматян на Стрёмвале. И сочинцы вновь выходит вперед. Стрёмваль во втором матче подряд делает дубль. Две он забил в Минске. Две он забил здесь, в Спартаку. Но Алты Барматян уже 3 очка набирает. Один гол на его счету и 2 результативные передачи. Начал все Морган Эйлис. Просто забрасывает шайбу в чужую зону. Алты Барматян здесь успевает первым. И, кстати, по этой причине нет прогресса. Иначе вполне возможно свистнули бы Лайнслин и Айсек. И вот какая передача. Мимо Рылова, между ног у Херсли шайбу проходит и ложится точно на клюшку Мальты Стрёмвале. Ну а тот, кстати, в ситуациях не промахивался. Он нам уже много раз это доказывал.